Известные отечественные производители уже зарекомендовали себя у сочинцев. Эту выставку в городе ждут. Многие горожане только здесь обновляют свои коллекции постельного белья. Зная толк в тканях, на ярмарке текстиля своим покупателям предлагают широкий ассортимент белья от эконом до премиум-класса. Из бязи, поплина, ситца, сатина, сатина-жаккарда. Такое постельное белье делается он крепким, утверждают знатоки. Щадящие эти ткани, натуральные, то, что я всякие не очень-то переношу. Ну и для нас все и в стирке удобно, потому что не тяжело стирать, и так практично. Большой не только ассортимент, но и размерный ряд. Что же касается выбора, то здесь же, на выставке ярмарки, можно приобрести товары московских и ведущих китайских фабрик. Организаторы привозят в Сочи самые актуальные расцветки. Свой комплект всегда найдется и для бунтаря по жизни, и для любителя спокойных тонов. А после сна на этом постельном белье не появится аллергия. У нас все ткани только натуральные идут комплекты. Если бязь, это 100% хлопок, также и сатин, и поплин, все хлопок. Конечно же, одеяло и подушки с натуральными наполнителями. Это как шерсть, меринос идет, овечья шерсть, верблюжья шерсть. Также и гипоаллергенные. Это маис, шелк и бамбук. В ассортименте и демисезонные одеяла, к примеру, бамбуковые. Летом не жарко, потому что это природный терморегулятор, который держит температуру вашего тела, не дает ему перегреваться. Зимой под ним не холодно, так как, опять же, он держит температуру вашего тела и не дает ей переохлаждаться. Как раз для сочинцев, я думаю, что по вашему климату как раз идеальное одеяло. А еще на выставке российско-китайского текстиля можно приобрести трикотаж для всей семьи, одежда для прогулок, пижамы, пеньюары, халаты. Много новинок для детей, в том числе вот такие полотенца с игрушкой. Ярмарка продажа будет работать по 10 февраля включительно по адресу улица Несебрская, 1Б.